Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Иисусу Христу во веки веков. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами отец Якуб, народ Божий здесь со мной в часовне. Начинаем сегодняшнюю нашу воскресную Евхаристию, песнь «Только утром вспыхнут зори» 203. Только утром вспыхнут зори, небеса, земля и море, все живое, все творение шлет Творцу благодарение. Человек, покров твой честный, Бог пришел, когда небесный, кучем сердце сон оставит, песни Господа прославит. Оглянись утра сегодня, ведь кругом дела Господни. Все, что видишь ты повсюду, это радость, это чудо. Сколько тех, кто живы были, утром очи не открыли. Мы рассвет увидев снова, славим Господа живого. Слава Троице единой, славьте все Отца и Сына, задумайте с Духа приротворным, славьте сердцем просветленным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да будет со всеми вами. И со Духом Твоим. Дорогие мои, 29-е рядовое воскресенье литургического года в этом году попадает на 3-е воскресенье октября. 3-е воскресенье октября уже 97-й раз отмечается как Всемирный день миссии. Молимся и осознаем, что церковь всегда миссионерская, то есть что каждый из нас в силу своего крещения, своей верой должен делиться. А сегодняшний день тоже обилие других также праздников. Святая месса служится в Интенсилии, у которой исполняется сегодня 90 лет. Благодарим Бога за дар той красивой, обильной, богатой жизни. Просим о даре здоровья, благословения для ее и для ее близких. Со мной в часовне также Вячеслав, Анна и Миша, и их родители с радостью отмечают тоже свою годовщину, не рукоположение, только венчание. Оттуда и эти красивые свечи, которые можете видеть, которые, ну, свадебные с того времени, горят еще. И думаем, и надеемся, что как эти свечи горят, так и их любовь горит. И будем за них молиться также во время этой мессы о даре укрепления их супружеской радости и Божьего благословения для самого маленького, то есть для Миши. И, наверное, многие из вас знают, что Аня и Слава сопровождают меня и в этой часовне, и вообще в жизни, и вообще в моих болезнях своими профессиональными умениями и знаниями как врачи. Начнем нашу мессу, попросим у Господа прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую. Перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина.
Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему, да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Вышних Богу! И на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Всемогущий вечный Боже, помоги нам всегда благоговейно исполнять Твою волю и с чистым сердцем служить Твоему величию. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение книги пророка Исаии. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, чтобы ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Слово Божие. Благодарение Богу. Господу воздайте славу и честь. Господу воздайте славу и честь. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Господу воздайте славу и честь, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он более всех богов, ибо все боги народов идолы, я Господь небеса сотворил. Господу воздайте славу и честь. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары, идите во двор Его. Господу воздайте славу и честь. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, Он будет судить народы по правде.
Господу воздайте славу и честь. Чтение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей, церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Слово Божие. Благодарение Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи. В то время фарисеи совещались, как бы уловить Иисуса в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, про деньги, про налоги, про то, что касается нашего кармана в какой-то степени, сегодняшнее Божие Слово говорит, а также насчет того, что относит нас к Господу Богу. Приходят к Иисусу с вопросом. Вопрос был на самом деле глубочайшей ловушкой. Обратите внимание, что приходят спрашивать Иисуса те, которые вообще не враждовали друг с другом, не общались. Фарисеи с иродианами. Представьте себе, это глубоко набожные какие-то люди, в смысле в своих представлений, соблюдающие чистоту, ни с кем не общаюсь, только с Богом и с равными себе. А с этими, а с другой стороны, иродиане, ну как сказать, представители государства, представители императора, ну предатели, ну сотрудники, вообще на них смотреть нельзя было. И тут они вдвоем сговорились, две фракции. Оказывается, что когда речь про деньги и про вопросы, можно с каждым договориться. Главное только, сколько я за это получу. Вот они договорились, чтобы Иисуса уловить. Каждого была своя на вопрос, у каждого был свой интерес. Иродиане, чтобы донести своим, вот он так говорит насчет денег. Другие, чтобы своим фарисеям сказать: он против Бога. Вопрос был очень деликатный, потому что касался чего? Денег.
Обе эти фракции обожали деньги. Чего бы не сказать. Фарисеи, может, сказали, что это нечистые вещи, но без них жить не могли. А иродяне само по себе из этого жили. И вопрос касался налогов. Платить или не платить? Ну и вот приходят к Иисусу и говорят, ну платить или не платить? Иисус в неловком положении. Представьте себе, что он бы сказал, не платить. Слышат это иродиане и фарисеи. Фарисеи бы сказали, набожный, чистый, хорошо, тут в этом у нас вопроса нет. Иродиане бы сказали, сразу бы передали. Вот тут какой-то мятежник в налоговую не носит того, что положено, не отдает отчетов, прячет. Серая сфера. Живет за счет каких-то там, понимаете, в коррупционных схемах. Допустим, что Иисус бы сказал платить налоги. Иродиане сказали, хорошо, правильный тут нас подчиненный. Но фарисеи бы сказали своим, ну посмотрите, он идет на сотрудничество финансовое с этими оккупантами. Ну как он может? Нечист. Чего бы Иисус ни сказал, было плохо. Долго думали. Иисус вообще не думал. Сразу ответил. Хитрость Иисуса здесь просто невероятная. Мы иногда говорим, что надо как-то мягко говорить. Иисус дает нам, будьте хитры. Думайте про ответ. Быстро придет. Иисус им дает интереснейший ответ. Не сразу. Несите. Что ж, несите денежку. Принесли. Что там видите? Чье изображение? Ну, изображение императора. Ага. Императору, кесарю отдайте, что кесарю. А фарисеям говорят, а Богу, что Бог же. Выкрутился очень. Одни сыты и другие сыты. Одни не могли своим сказать, нет, вроде бы сказал, платите налоги. А то сказал, ну Богу отдавайте, что Боже. Хитрый ответ. Но Иисус не только дал отбор вот этим, но одновременно сказал очень важные вещи, я думаю, ежедневности нашей. Ежедневности. Можно себе сказать, что есть сфера Божьих дел и есть та сфера дел, которые Бог отдал людям. Сфера Божьих дел, сфера молитвы, сфера храма, сфера наших отношений с Богом. Она начинается с того момента, когда мы в самих себе увидим изображение Бога. Мы же ведь созданы по образу Божьему. Иисус, когда попросил вот эту денежку, вот монетку, точно знал, что когда спросит, а что ж за изображение, наверное, фарисеи поймут, что здесь не только речь идет про изображение вот самого императора, но что каждый человек является изображением Бога, образом Божьим. Поэтому Иисус говорит, есть вещи, которые Богу принадлежат, потому что вы являетесь образом Божьим. Тут будьте в гармонии с Богом. А есть вещи, автономно существующие в этом мире, которыми вы управляете. И эти вещи носят, символические представления кесаря, то есть правопорядка, миропорядка, которым вы живете. Богу служите. И, с другой стороны, сохраняйте тот порядок общества, в котором вы находитесь. Очень часто мы к этому должны возвращаться, чтобы понимать, платить, не платить, быть честным, нечестным, как с этим делом. Будьте честными. Будьте честными, потому что таким образом вы соучаствуете в жизни своего общества. Вам послужат, и вы воспользуетесь. Как с медицинскими страховками. Оплачивают все. Кому-то все. Я говорю, да я не болею. Сейчас ты не болеешь, но другие болеют. С твоей страховки будут оплачиваться операции других. Но через какое-то время кто-то другой из-за страховки всех остальных оплатится твою. Грубо говоря, если человек начинает думать иначе, становится, я бы сказал, паразитом общества. Не хочет работать. Или не хочет платить налоги. Или не хочет уважать правопорядка в какой-то стране. Тогда можно сказать, а кто ты? Ты хочешь жить и пользоваться плодами, цивилизации, в которой живешь, технологий, пользоваться достижениями той же самой медицины, хочешь пользоваться тоже какими-то услугами других людей, а не хочешь в этом соучаствовать? Как бы ты это назвал?
Ну, паразит общественный. Если только ты не больной какой-то или вот это. Мы это называем, это называется автономия той реальности, в которой мы живем. Вопрос остается, а она подчиняется Богу? Да, конечно. Она подчиняется в той степени, что должна уважать Божьи законы. Если вдруг какой-то закон нарушает Божьи законы и внушает тебе или что-то, то можно себе спросить, на самом деле, я как Божий образ могу в этом участвовать, если что-то нарушает вот Божий закон, который Бог установил, вытекающий, я не знаю, из самого факта, чтобы люди, созданные Богом. Автономия реальности создана. То, что мы живем, оно развивается и существует своими законами. Бог это отдал, верил человеку. Из этого еще одна очень интересная вещь вытекает, которая привела в христианстве к необыкновенному развитию науки и технологий. Почему? А вот потому, что на основе именно этого, что есть автономия реальности созданных, люди поняли в иудео-христианской традиции, что созданный мир Богом не является. Бог создал этот мир и отдал человеку. Ты этим пользуешься, ты это развивай. Но Богом созданный мир не является. А что это обозначало на самом деле? Ты не бойся этой реальности, ты ее изучай. Ты ее можешь научным образом разобрать. Ты можешь, простите, разрезать тело человека, увидеть, что там есть, учиться. Тело не является Богом. Ты можешь это делать в рамках того, что Бог сделал. Так и пошла наука. Обратите внимание, что в тех религиозных системах, где нету такой четкой разницы между тем, что божественные и созданные, автономные, то эти народы не пришли к никакому развитию ни науки, ни технологий. Почему? Потому что если мир является Богом созданный, то тебе нельзя этого трогать. Деревья нельзя. Тебе надо поклоняться деревам, тебе надо камни прославлять, тебе нельзя ничего такого сделать. Все это является не трогай. А вот иудео-христианская традиция говорит нам, Бог создал этот мир. Этот мир является Божьим провидением. Ты можешь этим, и ты должен этим миром заниматься. Не бойся. Законы только соблюдай, которые Бог тебе оставил. Отдай Богу, что Божие, а то, что тебе отдано в твои руки, ты этим занимайся. Конечно, с ответственностью, конечно, уважая на законы, на природу. Вот поэтому мы говорим, иудео-христианская цивилизация вдруг приходит к такому развитию. Почему? Ну, потому что в корнях своих носит эту глубочайшую тайну. Бог создал мир, отдал тебе его. Он автономно существует, руководствуется своими правами. С другой стороны, уважаешь Божьи права, он тебе дан. И это содержится в сегодняшних словах. Отдай кесареву кесарю, а Божие – Богу. Учимся жить по-честному. С одной стороны, да, Богу отдавать то, что Божие, в силу того, что мы являемся образом Божьим, а то, что нам верено, и что мы как цивилизация, как общество устроили, ну, соблюдать. С другой стороны, развивать с огромной ответственностью. И я думаю, Бог от этого счастлив, когда видит, что мы можем и любим, и тоже радость получим от того, что этот мир познаем, изучаем, умеем все больше делать, если только соблюдаем его законы, не манипулируя слишком глубоко, а правда. Не все, что, да, это отдельная история, не все, что можно технически сделать, мы сами знаем, что допустимо сделать, есть грань. Но тут закон Божий нам всегда охраняет и защищает нас от всяких разных человеческих, ну, не знаю, злоупотреблений в этой области. Аминь. Аминь. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков,
Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца, и в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков и воединую святую Вселенскую Апостольскую Церковь, исповедуя единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Братья и сестры, живя в этом мире, мы призваны наследовать Царствие Божие. Попросим Господа, дабы Он сподобил нас всегда жить по воле Его. Христе, услышь нас. Христе, услышь нас. Благослови Папу Римского Франциска, епископа нашего Павла, епископа Николая, всех епископов, священников, монашествующих Вселенской Апостольской Церкви. Особенно сегодня молимся о священниках-миссионерах и о миссионерах. Господи, Отче Божий, благий и милосердный, сохрани их в истинном служении. Помоги им служить Тебе с любовью, кротостью и смирением, и своим служением свидетельствовать о Тебе и вести ко спасению. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Исцели, Господи, сердца враждующих от ненависти, гнева и злоба. Смири рукою Твоей зло, которое порождает еще большее зло. И принеси мир и даруй мир тем народам, которые находятся в состоянии войны и в тех государствах, где совершается насилие. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Боже, Отче благий и милосердный, благослови Вячеслава, Аню, сына их Михаила, благослови их семью, озари сиянием сердца Твоего. Помоги супругам с великодушием, кротостью и смирением возрастать во взаимной любви друг к другу и ко всем, и по милости Твоей приумножь их семью. К Тебе взываем. Христе, слышь нас. Боже, Отче благий и милосердный, благослови всех врачей, медсестер, всех тех, кто ухаживает за больными и помогает им, и через их руки благоволи даровать здоровье болеющим, утешение страдающим. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Одари Твоим обильным благословением и обилием Твоей благодати Илью и ее близких и родных, приумножая и приумножь дни жизни ее, здоровой душой и телом, в радости и благоденствии, мире, любви и Твоей благодати. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Боже благий и милосердный, прими наши молитвы всех тех, кто находится здесь, всех тех, кто смотрит эту трансляцию, всех наших родных и близких. И по милости Твоей восполни всякую нужду нашу по богатству благодати Твоей. К Тебе взываем. Христе, услышь нас. Господи Иисусе, услышь наши молитвы и даруй нам среди мирских искушений и соблазнов не свернуть с пути веры, но всегда и во всем следовать воле Твоей, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Аминь. Благословен Ты, Господи Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих, и мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки. Через эту тайну воды и вина, да, приобщимся.
Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. И мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, стоящий пред Тобой с смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет та жертва наша угодна пред Тобой, Господи, Боже наш. Мой меня, Господи, беззаконие моего, от греха моего, очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Молим Тебя, Боже, сподобно свободе Духа принести Тебе дары, чтобы, очистив нас Твоею благодатью, Ты освятил нас совершаемыми тайнами через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это праведно. Воистину достойно и праведно должно, и Спасителя нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Мы познали, что в Твоей безмерной славе своим божеством Ты помогаешь смертным. Ты предусмотрел и врачевание нашей смертности, чтобы мы через человека погибшие обрели спасение через человека, Христа нашего Господа. Через Него Твоему величию поклоняется воинство ангельское. Пред лицом Твоим вечности ликующие, молим Тебя, дозволи нам соединить с Ним голоса наши, в общем ликовании взывающие. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне. Осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости. Поэтому мы стоим пред Тобою и в общении со всею Церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Ради Христа просим Тебя, всемогущий Боже. Свечи и дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры, Христос умер, Христос воскрес, Христос придет вновь. Так, вспоминая смерть и воскресение Его Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения. И благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь тело и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле. Сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй и удостой нас участия в вечной жизни, вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и обручником, со святыми апостолами, со святым Иоанном Павлом II
и всеми святыми, от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Христа, через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину им являемся, поэтому с благодарностью дерзаем взывать Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, невзирая на грехи наши, но на веру Церкви Твоей и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами. И со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам и много любви». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блажен званый на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Чего Христа возгрела с жизни? Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их.
номер 230. О Господь мой и Спаситель, номер 230. Номер. О Господь мой и Спаситель, пред Тобой стою смиренно, верю здесь мой Искупитель в этом хлебе сокровенный. Ум земной не постигает, но для веры все открыто. В этом хлебе пребывает Бог живой, от глаз сокрытый. Это чудо Божье дело и достойно поклонения. Он свое святое тело дал для нашего спасения. Помолимся. Господи, да приблизит нас участие в Евхаристии к небесным благам, и, помогая нам в жизни земной, да готовит нас к жизни вечной через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои, большое всем вам спасибо за совместную молитву. Поздравляем с днем рождения Лию, 90 лет, чудесный возраст. Молимся, огромнейшая наша радость. И поздравляем также молодоженов, да, 6 лет в радости совместной. Сегодня, дорогие, венчик читаем индивидуально. Завтра встречаемся вечером в 6 часов в Святая Месса. И так в течение этой ближайшей недели будет, что венчик будет индивидуально. Занятий очень много в семинаре, поэтому я не успеваю. А перед нами еще сегодня так, поразмышлять об этом, что я Богу отдаю, а что я должен отдать обществу, что я должен по-честному как-то соучаствовать в жизни, которой я тоже хочу пользоваться. И автономия этих земных вещей требует от меня тоже ответственного использования всего этого, что мне дано. Обратите внимание, миссионерское воскресенье всегда... когда миссионеры уезжали куда-то, чтобы делиться верой, одновременно несли также и технологию, учебу, основали школу, медицину. Все это в силу именно этой убежденности, что Бог верил нам эту реальность, созданную реальность, чтобы мы ими пользовались и развивались, а не почитали их. С другой стороны, с огромной ответственностью и по закону Божьему к ним относились. Господь с вами. И со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена Ты между женами, и благослови плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.